Скоро на экраны кинотеатров выходит художественный фильм по книге «Небеса реальны», которая в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» заняла первое место. Книга пастора из штата Небраска Тодда Барба рассказывает о том, как его 4-летний сын Колтон Барба пережил клиническую смерть в операционной комнате, а позже настаивал на том, что побывал на небесах. Режиссер Рэндалл Вейлес перенес эту историю на большой экран, и премьера нового фильма состоится 14 апреля 2014 года. Герой актера Грега Киннера, который играет роль отца мальчика, обретает в фильме веру. Этот фильм можно считать духовной историей, но он не адресован исключительно верующим людям. 4-летний герой фильма рассказывает родителям о том, что видел на небесах свою сестру, о существовании которой не знал, так как она умерла до его рождения в годовалом возрасте. Он рассказывает также о других умерших людях. Поклонники книги с нетерпением ждут премьеры фильма.